девочка Рючка. С губками, а? Спасибо. Да это Украина, старайся. Тарасина? Тарасина, да? Тарасина. Тарасина. Я выгляжу как какая-то лысая лесбиянка. Реально. Лесбиянка, почему не леди бой? А? Я темная. Ты что, черная? Ой. Нет. Да, я точно считаю, что мне не идут розовые. Я не могу поменять их. Брюлики? Что значит брюлики? Хочу брюлики. А королева этой квадеринки. О, тут есть маска Билли Айлиш. Ставьте ники, подписывайтесь в контакте. Давай. Сейчас у меня будет это, маска Билли Айлиш. I'm a bad guy. Да. А мы тут в Курск объезжаем. Всем, кто из Курска. Никого. Мы держим. А? Ты их не читай. После задания, если будет, ты номерок так не дал. Так я у тебя попросил номерок, мне никто его не прислал. Мне нравится эта маска. Можно и со смазками. О, класс, поймалась. А как там... Как там... Ержан, вставай. Ержан, заколебал, на работу пора. Ержан, вставай давай. Камеру убери. Камеру убери. Камеру убери, да? Камеру убери, да? Что такое, такое лицо? Ты, ну ты, а почему индус? Почему я похож здесь на индус? Эшмельде, мешмельде. Я чувствую. Шинама хуйням. Хонгьям. Хочу быть в рамочке. Цветочки. Цветочки! Не, все, надо вырубать, а то он у меня так интернет жрает. Че, как у вас у всех дела? Я тут, короче, решил писать посты на украинском. С ошибками. Ты, кстати, по-русски с ошибками ты пишешь, что ты на украинский. Я знаю. На украинский ты полез. Короче, Симона начал прыгать. Гэкать. Не гэкать. Шокать, гэкать и кокать. Ничего подобного. Ничего подобного. Ничего подобного. А в Беларуси будет там? Ничего подобного. Давайте посмотрим, что у нас у меня в киноленте было за это время. И кинолента вместо двух. Это Ася, она загрустила. Это как надо сфоткаться. Вот это классная фотка. Да. На этой улице мы кушали в Киеве. Нет такого слова кушать. Кушать? Кушать. Это Мурзик. Нет такого слова кушать. Он проводит, Дашка. Макдоналдс. Вот Аська. Макдоналдс.
Вот другая Аська. Макдоналдс. А это моя заставочка теперь на телефоне. Это лучшее. Это Никита Спорт, знакомьтесь. Это Киев. Это я такая моделька. Это Александр Сковин. Это я показываю Асе интересные вещички за под одеялком. Ну ты дурик просто, ты дурик. Это я прикольные делал бумеранги Даши с... Ой, а мы далеко едем? В Москву едем. Границы. Минут 30. Да не. Побольше. Где-то час. Может быть. Ну нет, ну где-то километров 100 от границы. Моя лучшая фотография, конечно. Сейчас едем в этот Макдоналдс. Да. Сайкос. Сайкос Гургена. Есть такой Сайкос Гургена. Смотрим мою фотопленку, это так интересно. Это Киев. И это Киев. Это хорошая фотка с Киева. Это тоже неплохая. Это такая себе. Это я уже в России. Это мои кроссовки. Это Белялиш. Ты в курсе, да, что Белялиш сделала маску свою? Смотри. На Белялиш Марска Белялиш. Это кто? Это Белялиш. Это кто такой? Это та, которая... I'm да. Понятно. Он еще фуфло. Выйди из машины, Саша. Давай, выходи, что ты? Ну мы сейчас едем, сейчас. А это мы попались. Ехать? Где-то 4 утра будет. 4? Ну да. О, меня залагало все. Ёпарас. Я... меня залагало. Там такие хорошие, добрые люди, все какие-то такие веселые, энергичные. Идешь по Майдану, и там все танцуют, там все поют. Ты поешь вместе с ними, они потом поют с тобой. Там, ну, короче, было круто. В Макдональдсе мы протупили, не смогли заказать ничего. В Макдональдсе нет чикенбургера. Это вообще, ну, типа, не понимаю. Плохой палец, это который ты порезал? Мизинчик. Давай. Ну все, мам. А еще можешь сделать так. А что меня окружили девчонки, а? И вот. Я еду... А что вы делали?
Я... Фонарики. Мама, где эта штука? Завтра стемнело и фонарики включили. Девочки надеялись, что все про них забыли. В том числе и злые отмороженные морды. Поехали, наверное. О, а ты можешь включить этот? Помнишь? Можешь вот эту вот хрень вот эту туда переместить, чтобы она там не кусала? Девочки, помните, пожалуйста. А ты можешь включить свою? Помнишь, ты включала преследование? Нет, сейчас не могу. Почему? Нам ехать еще 7 часиков. Но это, не, опять же говорю, не в Сочи ехать, знаешь. Остановись! 11.7 подразделением. Ориентировка на Форд Шелви. Водитель нарушает правила. Принял. Выдвигаемся на перехват. Ну и тачка у него. Нам придется постараться, чтобы его прижать. Остановите транспорт! К обочине! Водитель не идет на контакт. Повторяю, водитель на контакт не идет. Стреляй в него! Нам срочно нужен вертолет. Как слышали, диспетчер? Да, сейчас вызову, погоди. Попытайтесь связаться с ним в машине. Да видишь, вертолет... Там... Не стреляйте, нам он нужен живым любой ценой. Повторяю, он нужен живым любой ценой. Как вертолет забрать? Вот ты первый раз, да. Я первый раз была, первый. Он скрылся. Поворачиваемся, парни. Мы так медленно едем, можно ехать 90. Мы не можем нарушать, мы же полиция. Ой, нам сейчас направо? Да. А куда ты нам направо? А вот тут. Мы что, едем кушать? А давайте... Ой, Дашка, подключайся, будет сейчас рэп онлайн. Рэп онлайн будет позже. В смысле позже? Рэп онлайн будет позже. Шаурма. Даша, где? Даша после Киева ест только кебабы. Кебабы? В Ижевск. Нет, после Киева теперь нужно есть никак одни овощи. Никак. Можно вообще ничего не есть. Можно вообще нет. А, мы свернули в Курск. Ничего себе. Курск, вы к тебе приехали. Ставьте плюсики, кто из Курска. Я Валера Мур-Мур-Мур. Я Валера. Я Валера Мур-Мур-Мур. Я Валера. Я Валера Мур-Мур-Мур. Я Валера. Александром, а впереди нас ехал тупой чувак. И мы, короче, чуть в этого чупового чувака. Чупого тупака не чупого тупака чуть не врезались. Тупака. А девочки сзади сидели. Да, вообще, я вообще так призревнула хорошо. Я себе прилетела, да. Да, я прилетела. В космос. Стас. Ты просто космос. Стас, ты просто космос. ГИБДД. ГИБДД. Улица 50 лет октября. Мы едем в эту сторону. А, не, мы направо. Ты сейчас. Валера Мурму, ты старпер, что ли, конченый? Че ты меня подрезаешь-то? Ты что делаешь, блядь? Ты водить машину, ты умеешь? Да я он тебе... старпер. Он не видит. Ему права надо отобрать уже за то, что давай. Мы выу-выу-выу, газуй давай. Газуй, жми на свои дардулетки. Итак, дамы и господа, я веду прямой репортаж прямо с Курска. Мы едем на дорогой машине. Это Ламборгини. Ламборгуни за два куни. Ламборгуни за два куни.
Тимоха, если ты меня заметишь, то передай мне привет, пожалуйста. Но я верю, что ты меня не заметишь. Я тебя не заметил. А, где Никита? Никита в Москве. Никита в лесу, мы его оставили. Вот мы... Какая чаще леса? Он поедет в Одессу, оставим? Нет. Он будет воняющий. Нет, Никита не поедет в Одессу. Он воняющий. Он уже не поехал с нами в Киев, поэтому в Одессу он тоже не поедет. Он может приехать сам, если захочет. Просто приглашение-то у нас будет. Итак, дамы и господа. У нас просто тачка уже укомплектована, поэтому мы не можем себе позволить взять кого-то еще. Но более 4 человек машину не посадим. Мы включаем водителя. Понятно. Мы преследуем этого старпера, посмотрим, как он будет теперь гоняться с нами. Давай, жми на свою тупольку. Третий, прижми этого старпера. Но это загримированный угонщик. Он угнал автомобиль ВАЗ-2104. Нет, 03. 03. Ну не, ну нужна полицейская сирена. К сожалению, нету.